Ханкай, Star Rail, я так понимаю, трейлер Лощу, ну, полноценный прям совсем-совсем трейлер. И, ну, вряд ли что-то, конечно, по нему можно будет сказать, просто трейлер ради трейлера в первую очередь. Так что, ну, если вдруг что-то будут, какие-то любопытные намеки, нужно будет отметить. Гру. 時は風のように過ぎ去る。旅前の訓戒は未だ耳元で響く。その道は貫け。その誓いを忘れるな。かっこいい。かっこいい。宇宙の暗き潮は常に静けさのもとで流れるもの。一階の行商人とはいえ僕にも守る掟がある。失ったものは必ずや帰ってくる。奪ったならば償ってもらおう。Какой хороший. Как же они нагло байтся. Бесстыжие. Дага. 君の約束を見届ける両目は必要だろう。 Так, тут нужно по фразам в первую очередь пройтись. Твое обещание обращается к кому-то в гробу? 両目は必要だろう。な、непонятно дословно со слова. Все же после трейлера, скорее мне кажется, теория о том, что это именно местные вот-то. Все-таки. То есть не архив. Архив, возможно, где-то еще существует. Когда он, ну, потому что он, скорее всего, уж точно с Вельтом был. Потому что слишком было бы странно, если бы его там не было, учитывая все мелочи сказанные. Он спас мелкую, как Калин. Ну, в некотором смысле, да, наверное. Возможно, в этом и был референс определенный. Не просто показать, что местному челику не пофиг на маленьких детей. Все-таки, мне кажется, он врет насчет того, что ему пофиг на гроб и кто в гробу. Что это просто какой-то там другу что-то там пообещал и типа просто таскаю с ним. Слишком много личного отношения к нему. Типа вот трогает постоянно, как-то там про мертвых воскрешающихся говорит. Ханкай бомж, самый сильный ханкай бомж в истории человечества. Из-за этого ханкай боже случился сюжет ханкая, да. Киана вряд ли, Калин скорее. Ну, опять же, по идее, до Киана ему до лампочки должно быть. Необычное у него оружие, конечно. Вроде в старых, ну, в старой версии ничего подобного не было. Ну, в принципе, был не воином. Хотя, как мы видели, вполне себе прокачался как воин. Это явно не его специализация была. Притом, я так понимаю, мы довольно скоро узнаем, что в гробу-то все-таки, учитывая существование ачивки про гроб. Ну и хотя бы какие-то жирные намеки должны получить. Просто понимаете, у нас сейчас идет история с
изобилием. И очень сомнительно, что Лоча здесь случайно оказался, как он говорит. Что, скорее всего, он пришел за секретами. Как ходил Отто тоже за секретами бессмертия и всякого такого к Фухуа, то бишь в Китай, как и здесь то же самое. Но все-таки, мне кажется, вряд ли он позиционируется как злодей. Все же, я думаю, что местное разлива будет другого слегка типа. Не настолько, типа, поедет на свои цели. Типа, не в смысле, что Ото плох, который Ото Ханкая третьего. В смысле, что просто он злодей, да, это типа очевидно, что он злодей. Типа, ему можно посочувствовать, ему можно сопереживать, типа, можно там удивиться, поразиться и тому подобное, но это не отменяется, но что он злодей. Кстати, я пересмотрел ролик Лукина про Отто, который плохой злодей. И типа, как же сценаристы его опустили, если можно так выразиться. Типа, буквально, они все его аргументы в ничто обратили по итогу истории. То есть, реально все... 90% претензий были развеяны. За исключением реально челика, который раздевался. Но у меня, кстати, есть свое оправдание. Возможно, это не настоящее. Это же была виртуальная реальность. Возможно... Либо он сам просто так сделал по фану, либо сбой какой-то произошел слегка. Ну, то есть, это не то, что было прям вот идеально вот в реальности, на самом деле. Ведь в ролике от Апокалипсиса, который говорит Апокалипсис, да, последний, никакого раздевающегося Отто там не было. Типа, ее казнили, это все дело происходило, никакого раздевающегося Отто мы там не видели. То есть, не сценарист, а мангака, да. То есть, это, скорее всего, этого не было. Это не было вот так вот. А еще сценарист, так, а мангака любит насилие лесбийское. Это мы тоже помним. Ну, короче, прикольно. Трейлер прикольный, загадочно составил, но все же определенные теории, на мой взгляд, он усилил. Поле, мне кажется, отсылает немножко к трейлеру его тоже, бредущий по полю. Там, конечно, была пшеница, по-моему, здесь просто цветочки, но суть одна — растительность. А кто нет? И правда, кто нет? Да, это Махихаха, я помню. Но это, опять же, это несовершенство сторителлинга изначального. Опять же, это довольно старая уже манги. Поэтому... По факту это ни на что не влияет глобально в сюжете, да? Потому что, ну, без разницы. В мелочах. Это, типа, мелочи. Итог не изменится. Но осадочек небольшой остается, да? Таких перескоков странных. Рапир вот это, скорее всего, новый цветок бездны. Да, это я помню, даже в ролике про Лучу говорили, что такая вероятность есть, учитывая немного схожий дизайн и исцеляет, ну и то, что он хилер. Окей, конец записи.